Настя, сюда. Уходи. О, кайфом. БТР врезался. Не знаю, ракеты муляжные там или нет. Но, Настя, уходи нахуй отсюда. Чтоб еще один, блядь, не врезался, иди к машине. Любой из нас мог кататься на месте. На улице Ярослава. Я не знаю. Ярославская 58. БТР врезался в здание. Я ближе подходить не буду. Возможно, это не БТР сейчас. Как называется модель этого военной техники, мне неизвестно. Какая-то Катюша, может. Но факт в том, что один из автомобилей просто ехал, вез колонну Мотинского центра на улице Ярославская. Вы можете посмотреть, потерял управление, наверное, водитель. Возможно, водитель БТРа был. Возможно, водитель БТРа был уставшим. Откуда едут военная техника, неизвестно, но факт в том, что вот сейчас произошло БТР. Ракетоносец, в общем, это ехал бизнес-центра Астра вот за нашей спиной. Просто в 10 метрах от меня припарковался в стену. Мало для него места здесь, да, было? Наверное, не продумали маршрут. Да не очень хочется. Вроде ракеты целые на нем. Ракеты целые? По-моему, да. Да ну на. Да все на месте, нормально. Да он не сильно в него въехал. Полиция, наверное, не справилась сегодня с своей задачей. Для тех, кто только подключился к трансляции, как она называется, это модель военной техники, я даже не знаю. Ракетоносец. Мне кажется, что это C-300. C-300? Не специалист. Возможно, C-300. Да, в общем, оборудование, военная техника, что-то связанное с ПВО, припарковалось в бизнес-центр Астарта, да, на улице Ярослава Вал. Ракеты боевые сейчас или БРТ стоят. Да, если кто-то оказался сейчас на буквально метров 5-10, каких 5-3 метра, в принципе, не хватило, чтобы все закончилось, например, для меня. Много людей. Простой, полиция маршрут не продумала. Узкие две полосы всего. Такая огромная техника. Наверное, тонн 50 в нем. Конечно, он мог исправиться с управлением на этом повороте. Вот
сейчас, для тех, кто только подключился к трансляции, находимся на улице Ярослава Валды. Здесь колонна военной техники прибыла в Киев. Вот до сих пор еще идет движение. Танки, БТРы, системы залпового огня, ПВО. И один из участников колонны. Вот. Не справился с управлением и врезался в стену торгового центра. Так он прямо вот мимо нас проезжал. Единственное, нужно уточнить, боевые ли это ракеты, снаряды. Нужно уточнить, боевые ли снаряды, да? Извините, гражданин военный, снаряды боевые? Нет, муляжи. Конечно, зачем на параде? Муляжи. Не вот те, которые дуют. Как в Сибири. Видел? Нет? Не видел. В общем, вот такая история. Повезло, что... Ну, просто народ стоял на пару метров левее, и БТР никого не зацепил. Я его называю все время БТР, я не знаю, как называется эта машина, правильно. Пусть будет БТР. Там БУП. Что-то разбирается, подскажет нам. Колонна дальше идет. Думаю, надо завершать трансляцию. На самом деле не сильно того нового и припарковал. Пригодно так, блин. Все, кто были бы на том месте, без шансов. Просто без шансов. Просто я испугался, думал, что они уже с ума подходили, знаешь, поначалу и начали врезаться, может, какой-то протест был. А на самом деле. Протест против неразумных действий полиции, наверное. Другие маршруты для репетиций. Ну да.